Привет, друзья! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья, здоровья вам и вашим семьям. Как говорил один актер, Тостон говорил, желаю, чтобы все. Вот, так и я желаю, чтобы все вы в будущем году исполнили все свои желания, чтобы все ваши начинания тоже исполнились. Желаю, чтобы все в ваших семьях были живы, здоровы, чтобы было все у вас хорошо. И всего-всего вам наилучшего. Желаю, чтобы у вас все мечты исполнились. И самое главное вам всем здоровья. Привет, ребята! Поздравляю вас с наступающим новым 2022 годом, ребята! Желаю вам всего самого хорошего, здоровья, здоровья, здоровья вам и вашим близким. Желаю, чтобы вам в новом году легко дышалось, чтоб у вас все вертелось. И чтобы у вас, ребята, главное это для вас, чтобы в руках все горело, ребята. Но это еще не все. И в нужный момент, ребята, чтоб у вас всегда был контакт. С Новым годом, ребята! Наступающий! Всем привет! Хотелось бы поздравить всех с праздником, с Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, удачи во всех ваших начинаниях, пускай все беды и невзгоды проходят, говорится, стороной, чем дальше, тем лучше. Поздравить группу самодельщиков «Сделай сам своими руками», настоящих рукастых мужиков. Собрались там настоящие специалисты, все вопросы решаются на раз-два, поэтому, мужики, вам отдельный привет, вы настоящие, вы классные. Всем удачи, всем пока. Мужики, поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю в этом новом году, чтобы здоровье не хромало, чтобы все, так скажем, задумки, которые планировалось в 2021 году, осуществились в 2022. Ну и самое главное, всем крепкого здоровья и всего самого наилучшего благополучия в семьях. Дорогие товарищи, самодельщики, самодельщицы, уверен, что если такие, то стесняются в группу зайти. Поздравляю вас с наступающим 2022 годом. Желаю вам железок дешевых, запчастей надежных, ну, творческих успехов и свежих решений технических. Чтобы вас кони ваши самодельные не подводили. Счастья, здоровья, с Новым годом! Приветствую всех любителей, так сказать, сварки и болгарки. Поздравляю всех с Новым годом, желаю в этом году завершения всех начатых проектов, новых идей, ну и продолжать в том же духе, чтобы в Новом году были новые идеи, посещала чаще моза, ну и всего самого наилучшего. Друзья, всем привет из Курганской области. Поздравляю всех с наступающим 2022 годом, желаю счастья, удачи, успехов. И чтобы в новом 2022 году исполнились все ваши самые заветные мечты. С Новым годом! Всем привет! В этом видео поздравляю всех самодельщиков, и не только самодельщиков, тех, кто смотрит меня. Хочу пожелать счастья, удачи, здоровья в этом году. И не только в этом году, только здоровье самое главное. В наше время. В общем, еще хочу поздравить с наступающим Новым годом нашу группу «Сделай сам своими руками». За счет из-за них, как бы за счет их, я построил эту самоделку. Большое им спасибо хочу сказать. Без них я бы это не построил. Также хочу им сказать большое спасибо, что мне помогали и советы давали, как правильно делать, а как
лучше не делать. Также с Новым годом всех и удачи, успехов, начинаниях. Не бояться что-либо начинать делать, исполнять свои мечты, ну и так далее. Всем привет! Всех с наступающим Новым годом! Желаю главное здоровья, а остальное все само к нам придет. Все добудем. Извиняюсь за вид гаражный, надо доделать автомобиль клиенту сегодня и отдать в подарок на Новый год. Мужики, всем привет! Ну, хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать счастья, здоровья, успехов, творческих успехов, жизненных успехов, семейного благополучия. Вот. Иван Расуха, поздравляю с днем рождения. Угодило ж тебя родиться в такой день. Ну ничего, моего отца тоже 1 числа, то есть завтра. Вот. Как бы счастья, здоровья, Иван, духовного развития и побольше клиентов тебе, не капризных, но денежных. Еще раз всех поздравляю с Новым годом, желаю в новом году больше заказов, больше счастья, больше здоровья. Здоровье – это актуально в наше время. Поэтому всем здоровья, удачи, творческих успехов и беззаботной жизни. Всем пока! Всем привет! В группе самодельщику «Сделай сам своими руками». На черной буквы аббревиатуры как раз созвучны с той страной, в которой мы, многие из нас, родились и выросли. Вчера этой стране исполнилось бы уже 99 лет со дня образования. Ну, а всем самодельщикам желаю, чтобы у них хватило, как сказать, сил, средств, желания, а главное времени, с чем у меня, конечно, катастрофически нехватка на все свои, так сказать, задумки, чтобы все водворить, так сказать, в жизнь. Всех с наступающим Новым годом. Пусть все хорошее пойдет с нами в Новый год, а все плохое останется в старом году, в 2021. Ну, всех с наступающим, всех благ в новом году, здоровья, счастья, всего, что хотите себе пожелать. Самого хорошего, самого доброго, всего наилучшего. Друзья, всем привет! Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам счастья, крепкого здоровья, ну и, конечно же, творческих успехов. С Новым годом! Мужики! Всех с Новым годом! Пускай у вас будет много медицины и не ломается трактор. А мой трактор уже в ход пошел. Всем привет, мужики! Всем самодельщикам, всем рукастым, не рукастым, всем, кто хочет только начинать. Всех с Новым годом! Главное здоровье, ну и запчастей побольше. Ну и цена поменьше. И удачи всем в новом году. Кто что задумал, чтобы исполнилось. Кто что хочет, чтобы получилось. А так всем здоровья, и все будет. Будет здоровье, будет и деньги. Будут деньги, будут и самоделки. Всем удачи. Молодцы, классные самодельщики. Привет всем. С наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, добра, здоровья, всего самого хорошего. Всем самодельщикам отдельный привет. И вам тоже в новом году побольше металла, для того, чтобы вы могли строить, осуществлять свои мечты. С Новым годом! Всем поздравления из Беларуси. Счастья, здоровья, творческих успехов в новом году. Главное здоровье. Не болейте. Семейное благополучие всем, всем, как говорится, добра, счастья. Вот такое поздравление коротенькое от Беларуси.
Пока. Мужики, всем привет. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать хорошего, отличного здоровья вам, вашим близким. Пожелать благополучия, чтобы было все в достатках. Выгнать с головы этот, или вообще уже этот долбанный коронавирус, чтобы были интересные проекты. Пожелать побольше отдыха, позитива. Вот также общаться в группе. И всего самого-самого наилучшего. Это все в Челябинске. Владивосток уже сел за стол. Сейчас пойдет Новый год. Сахалин, наверное, уже где-то отмечает. Всех с наступающим Новым годом. Ваня, с днем рождения, здоровья тебе. Самое главное, здоровья, здоровья, здоровья. И побольше клиентов, чтобы к тебе шли. Поменьше ломались. Ну, если бывают проблемы с оборудованием, там шли к тебе. Всем хорошего здоровья. До следующего года. Да, ребята, еще хочу поздравить Ваню Росоху. У Вани сегодня 31 декабря, день рождения. С днем рождения, Ваня, тебя. Желаю тебе здоровья, успехов, чтобы у тебя все получалось, чтобы все уладилось. Вот 31 декабря, прикольный день. Но, блин, у меня еще, блин, тоже ж прикольный день, ребята. Завтра у меня днюха, блин. Можно сказать, несчастный день рождения, который все с бодуна, вот, а я именинник. Как-то так.